До Нового года осталось совсем немного, и мы решили узнать у ростовчан, есть ли у них новогоднее настроение. А у меня оно, наверное, сейчас появится, потому что я пойду пить игристое. Вы со мной пойдем? Да, мы сегодня купили новогоднюю гирлянду, у меня есть новогоднее настроение. Конечно, каждый день ждем Нового года, да? Деду Морозу уже написал письмо? Да, нет пока, скоро напишу. Елка тоже скоро будет. Ну, еще, наверное, нет пока, нету снега. Есть настроение. Да, оно прекрасное и очень новогоднее. Поделитесь, я тоже хочу, чтобы у меня было новогоднее настроение. Держи. Спасибо. Можно сказать, что да. Ну, просто праздник, это старый праздник, очень такой милый и хороший остался, вот как бы с детства. Вообще-то, да. Да? И очень хороший повод для этого. А позавчера у меня родилась правнучка. Пока еще до Нового года дожить надо. У нас экзамены сейчас, сессия есть. То есть к Новому году не готовились? Пока нет. Извините, у нас сессия. Подарки, все, елка, вон стоит ее. Она не накрашена, не украшена почти. Нормально все, да. С Ростов красиво украшен? Готов к Новому году? Бывало и лучше. Некрасиво, некрасиво. Нет, я была в Москве, там красиво. Ну, красиво то, что вот, видите, какие красивые деревья, без листьев. Без всяких игрушек так новогодних. Они не украшены. Так это не украшены, вы что, да? Да? Да. По документам украшены. Не очень. Ну, не праздничный. Маловато, да? Да. Гирлянд, украшений. Погода совершенно не новогодняя. Весна пришла. Ну да, точно. Распустились почки. Погода апрельская, весенняя. Не хватает все равно, мне кажется, немножко снега и вот этого вот самого главного украшения. Очень круто здесь. Да? Да. Ну я просто не вижу. Ну, вы погуляете по городу, да. Вы будете видеть. Откуда вы? Я из Иерусалима. А там украшено все? Там, да. Ну, считаю, что красиво украшен, да. Вот мы недавно приехали, были в другом городе и не узнали, да. Везде все наряжают, елку поставили. Снега хочешь? Да, 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 я хочу. Мы вчера фотографировались вот перед волшебными деревьями. Сын назвал, говорит, это волшебный лес. Это красивая елка, да, сказка, говорит. Чтобы был Новый год и чтобы и подарки. А снега хочешь? Да, поскорее.